Владимир Путин резко отозвался об инициативе Минздрава ввести новые правила медкомиссии для водителей. Напомню, сегодня должен был вступить в силу приказ, который меняет процедуру получения справки в наркодиспансерах. Стоимость обследования могла вырасти с 2,5 до 5 тысяч рублей. Однако после огромных очередей в медучреждениях по всей стране исполнение приказа отложено. Подписан документ, по которому принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра для водителей. На уровне Министерства здравоохранения Российской Федерации будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для свидетельствования. Стоимость справки нарколога для водителя осталась на уровне 370 рублей. Однако не исключено, что повышение стоимости все же произойдет с 1 июля 2020 года.